Дерзкие заявления Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой уже перестают удивлять общественность. Коллеги по актерскому цеху уже разочаровались в них и уверены, супруги сами не рады сложившейся ситуации. Раиса Рязанова считает, что Дмитрий Назаров жалеет о сказанном в адрес России и своих соотечественников. С Назаровым произошло то же самое, что и со всеми, кто объявлен сегодня иноагентом и поливает Россию, утверждает актриса. Испугался того, что он наделал. Звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит» считает, что на актера оказало негативное влияние супруга. «Еще там, думаю, жена чего-то подлюлюкала, подлила масло в огонь», — предположила она. Об этом говорил и Оскар Кучера. «Я Диму знаю очень давно. Мы общались. Я восхищался им. И сейчас считаю его потрясающим артистом, что уж там говорить. Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь. Я, по сути, не сказал про него ничего плохого, пока он не написал свой стишочек в ответ», — отмечал ведущий в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». По поводу разногласий с Васильевой Назаров в шутку говорил на интервью. «Что делаю, когда бывает слишком горько и больно? Оля начинает меня пилить. Плачет, и этим меня пилит, я отбиваюсь. Юлия, нет, не пью больше 13 лет. Этим себя с женой не утешаем, есть другие вещи, мы придумывает что-то новое, например, спектакли», — сказал 66-летний артист в эфире «Радио Ван». Исполнитель главной роли в сериале «Кухня» больше всего переживает о скандальном увольнении из московского театра. Хабенский нашел себе оправдание, сохранил труппу, сохранил театр. «Ради этого избавился от нас», — возмущался Назаров. «Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью», — выпалил он. О том, что происходит на душе, актер высказывает в стихах.